Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в игрушку Бен и Эд. У нас, в принципе, осталось еще дофигища просто уровней. Мы прошли только треть. И то, еще не прошли, еще только начинаем. Задача в этом уровне у нас набрать 27 тушенки. Вот этой, иначе мы сюда не пройдем. Тут ее всего 25 тушенки. У нас тут 27 будет. Соответственно, я думаю, мы с этим справимся. Пойди, Кай, сможем. Если что, придется где-то добирать. Это будет вообще печально. О, нет, это лунная соната, Бетховен. А мне, наверное, этот прилетит, копирайт, да и хрен с ним. Не, ну не, за какую-то, под такую музыку что? Стой, что такое? Что такое? Что-то фриз какой-то был. Стой в свете. А что будет, если я не буду стоять в свете? Вот эта рожа мне съест, я уверен. Нормально, давай стоим. Тихо. Ох ты, бляха, что муха. Все, вопросов больше нет, что будет, если я не буду стоять в свете. А кто знал-то, я думал, там что-нибудь это адекватное будет, что нас как бы не совсем свет это убьют, а чуть-чуть. Ну, пойдем. Офигеть. А что так резко-то? Он так хреной на меня нападет, еще там что-нибудь. Ну уж точно не так, что вот... Ого. А там молоток был. Да ты харе! Куда мне бежать-то? О, чекпоинт. Давай. Фу, все. А дальше что? Так же в свете, да? Да, конечно, да, вообще замечательно. Вообще офигенно. Мы вот этого не пройдем. Я тебе серьезно говорю. Ай, ё-моё, а как я ее не вижу? Подожди, стой! Да тут, твою мать, стой! Я не готов. Я вот... Да тут! Я поправляю клаву мыху. Стой, пойдем. Где это? Вот она. Опа! Да ёшкин ты крот! Оно неправильно делает. Оно меня подставляет. Нормально, успел. Следующее что? Что мне ждать? Молотка мне ждать, конечно. А что еще ждать-то? Да ёшкин крот! И не забрал, и убили. Не, я такие не люблю уровни. Я не против уровней. Как бы таких... побегать, что-то. Ну я вот, честно, я скажу... Я вот очень недолюблю уровни, когда вот так вот... Свете надо! Да пофиг я забрал! Нормально! Когда вот так вот бегаешь там в ограниченном пространстве и ни хрена не видно, я очень не люблю. В любой игре. Я очень люблю уровни... Где надо... Нет, нет! В гонке со временем очень не люблю. И вот так этот, когда нихрена не видно. Оба. Давай. Нормально. Чуть было не было. Тут очень ограниченное пространство. Куда? Пока... Ой, ё-моё. Нормально. Допрыгай. Чекпоинт. Есть. Фу. Пересоберись. Чё? Не, ну так можно. Блин, да ты, ну она успокаивающая музыка. Как под такую успокаивающую музыку? А в принципе, чё, я вот так пойду. Как под такую успокаивающую музыку, в принципе... Нет, лучше бегать без шифта. Можно такую игру играть? Нет, вы мне скажите. Я сейчас усну. Они мне предлагают тут бегать и выживать. Подожди, а тут их две. Давай сюда. Что там? Так, подожди, а нахрена мне это? Я ж вот могу. А, я понял, нахрена мне это. Ну что, вот это, вот. Ну. А там что-нибудь есть? Не, в принципе, тут, вот тут что-то видно. Вот если бы я сейчас ночью бы играл, я отвечаю, я бы увидел все. А тут против света немножко все равно слепит. Не то, что слепит, а замыливает, так скажем. То есть я, конечно, вижу, но... Но. Ночью было бы видно лучше. Монитор-то у меня хороший, ничего не могу сказать. А там чекпоинт, подожди, не, давай до чекпоинта дойдем. А в смысле? Блин, не допрыгнул. Что-то, ага, и подсветка перестала работать у них. А что так это хорошо прям было?
И стало все так не очень. Я-то просто хотел посмотреть, что к чему, что они там какое-то время в принципе светятся, и потом перестают в принципе светиться. Не, это, короче, это... Такой серии невозможно бегать. Такой серии хочется чай налить, попить у камина. Почитаю какую-нибудь книжку. Это хочется. А вот это вот все, вот такое не хочется. Я-то, наоборот, тут на бодряке, блин. Думал, ща как? Так. Нет. А Да опять что ли? Не-н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 е. Да ты подожди, ты, бляха-муха. Да, твою мать. Я обратно хочу. А хер там. Все, нельзя. Твою мать. Что ж такое-то, а? Я хотел там еще пошариться. Пособирать, так скажем. Вдруг что было бы? Тут фишка в том, чтобы не пропустить вот... Нет, я пропустил! Я и не это, да. Блин, кубики это жесть. Не-н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 е
немножко-немножко криво пробежался. Где там еще эти? Просто тут... Да пофигу, чекпоинт. А что, дальше? О, да, это плохо. Нет, нормально. Зато смотри, как освещение классно работает. Продумана физика. Пойдем. Собака такая. Вот тут налево эта скотина вообще. Скотобаза просто поставила. Тут направо пойдет по-любому. А, не-не-не, дальше пошла. Ай, нет. Даже упасть не даю спокойно. Я и так мертвый мертвец. Чего вы от меня хотите? Ну, не то, что он прям мертвый. Ну, что-то типа того. Вижу. Оп, собрал. Собрал, пойдем. Взял. Рано, рано. А слушай, она сбивает вот так, когда прыгаешь, она же искажается. И она немножко сбивает с толку. По расстоянию. То есть по расстоянию плюс этот. А зона, типа, ты ее со временем начинаешь оценивать как зону прыжка. То есть, когда она там пересекает, тебе кажется, что пора бы уже прыгнуть. Но это же она пересекает, а не ты. Ты-то еще не дошел до этой зоны. Куда она дальше? А еще она вот так вот направление очень внезапно меняет. Прям пипец внезапно. Где чекпоинт в самом деле-то, алло? Ну и что творит? Куда? Прямо. Взял. На мана. Бляха, мог тут не то, что реакцию, тут... Тут просто надо, чтоб повезло. Да! Что так быстро-то? Подожди ты, пойдем. Пошли. Тут я не... Да я в такую музыку отвечаю. Тут... Да невозможно под такую музыку тут это... Это что за уровень такой? Дайте мне боевую крутую музыку в самом-то деле. Чё за фигня? Я уснул под такую колыбельную. Нельзя такие игры в такую это, музыку играть. Вообще вроде показано. Да что ж такое, бляха-муха. Еще и телефон. Все в кучу. Это будильник у меня сработал. У меня там на 3 часа стоит просто это, чтобы не забывать. Вот. Я не забыл все сделать, все, что хотел. Вставай! Вот, это будильник меня после такой музыки разбудил. Так, сосредоточись. Надо телефон вообще как-то придумать, как бы... все плохо. Вообще нахер надо выкинуть телефон. Телефон это зло. Отвечаю. Спокойно. Прошел. Оп, 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 оп. Сейчас надо прыгнуть. Так, тут сейчас тоже надо не провтыкать. Да ёб твою! Блин, это говно уровень, отвечаю. Мне вообще не нравится. Ладно бы музыка боевая была. Музыка хрень. Не, а музыка шикарная, но не под такую игру. Биткоин мне нравится, в принципе, Луна Соната. Не, да ё-моё. Спокойно. Спокойно, хватило реакции. Я красавчик, я красавчик, красавчик, красавчик. Да и блин.
Ну просто еще ерунда в том, что... Да ты не задел меня, алло, гараж! Ветром сдуло, да? Тут просто еще такой момент, когда вот это крутится, когда сбивает вестибулярку или как она там. Когда одно в одну сторону крутится, другое в другую. И непонятно, в общем-то, что где куда идет, движется. Вот. Куда, короче, бежать, я про это. Вставай, вставай, нет! Собака, он чекпоинт был. Спокойно. Оп. Оп, 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 оп. Оп, парано. Черт. Ну нет, нормально. Оба, побежали. Так, 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 оба. Нормально, побежали. Так, спокойно, куда? Тут сейчас он тоже поедет, поехала. Спокойно, отлично. Спокойно, спокойно, спокойно. Что такое, куда? Да куда бежать-то? О-о-о, все плохо. Намана, успел, 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 успел. Убегаем, убегаем, убегаем. Отлично, сюда. Давай, давай, давай. Да нет, нет, да ты, да ты, сука. Ты, это сука, это сука. Это западло. Не, вот это вообще было, это просто подстава. Это вообще нельзя так делать. Да, нормально. Дети авторитеты заявляют, так делать вообще нельзя. Так это вообще некрасиво. Так, сейчас направо пойдет, да. Сюда, сюда, сюда. Спокойно, спокойно. Тихо, вот тут сейчас где-то она. Оп. Не-не-не-не-не-не. Ой-о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 й
успел. Фу! На, это пофигу. И это уже можно. Пойдем куда. Ой. Так, сколько уже? 22. Ну все, это, наверное, если не последнее, то где-то очень близко к нему. Потому что, так, 24, еще одну надо собрать. Все. Мы открыли следующие уровни себе. Да это просто пипец, блин, уровни. Да, вон, а вон гол был. Я вижу там, фу. Ладно, ну, не то чтобы прям прошли, но... Мы уже очень близки к финишу. Эти чуть полегче проходятся, кстати. Вот эти вот. Чем до этого. Вот до этого уровень сложный был прям. Не этот, не уровень, как там, этап, или как он там правильно называется. Так, сюда. Сюда. Фу. А сколько собрал? 26. Одну где-то пропустили. Да хер с ним. Фу, блин. Подожди, я сейчас, знаешь, что сделаю? Я сейчас немножко по-другому сделаю. А то мне это сейчас заколебет все телефоны. У меня дело в том, что у меня телефон в принципе никогда. Насовсем. Насовсем. Все. Забанить. У меня телефон в принципе... Всегда звонит, он всегда у меня включен, он всегда звонит. Кроме, оно, как ночью. Ночью я делаю выключение. И, честно говоря, немножко начинает надоедать. А, бокс фан. А чё на классику-то перешли? Блин, это же бонусный уровень. Бонусный уровень вообще, они злые очень. Ну давай попробуем. В принципе. А чё, нет? А, в смысле? Блин, мне не нравится такая музыка. Не, ну это, конечно, повеселее, чем прошлое. Ну, все равно. А, во, кнопочка. А, кнопочка. Кнопочка. Кнопочка, да. Тогда ее надо было нажать, а не пролететь мимо, блин, как фанера над Парижем. Оп. Вот таким грустным голоском это сказал. А, тут нормально. Ой, я чую, YouTube будет ругаться у меня на эту музыку. Да, хрен с ним. Так, стоп. А хотя, может, на классику и не будет. Так, по идее, не должен. Максимум на исполнение. Вот сюда, что ли? А, нет, это пол. Это, в смысле, это все плохо, да. А, о, уже открыто, это хорошо. То есть не надо. Ну-ка, тут что-нибудь есть. А, вот там есть, там ништяки были. Пойдем. Не, ну лабиринт это еще ладно. Так, что-то отвалилось. Не знаю, что там отвалилось у нас. Мы так побежали, все, отлично, хорошо. А, давай-ка сюда. А тут-то куда бежать, я не понял. Не совсем понял. Так, так. А, так это, наверное, роняется. Ну да, конечно. Тоже уронить же можно. Ой.
Так. А. Чего? А как узнать, какие из них падают, какие нет? Ну так, чисто поржать. Ну вот эти на арматурах, эти вряд ли падают. Ага. Я не пойду. Не-не-не, я отсюда. А, погоди, а я могу так? Нет, упал. А что, опять с самого начала, да? Блин. Раздражает музыка такая. Реально, вот эта классическая музыка, она иногда... Ну, в данном случае она вообще просто не в тему. А когда они еще там пианино этим начинают усиливать... Нет, вообще нет. Ну, от слова совсем. Тихо, спокойно. Вот так. Так. Оп. Оп, это нормально, нормально. Это сюда, это сюда. Это сюда. Это вот сюда. А, нифига их тут, смотри-ка. Это хорошо, что я сюда зашел. Вот эти вот. Тут-ту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 , блин, еще на нарастание. Блин, я, конечно, не знаю. Я не Паганини там какой-нибудь. Но это так ущербно звучит, нафига на этом усиление делать. Я не знаю, я плохо в музыке разбираюсь в этом плане. Ну, блин, оно реально, не знаю, ничего тут раздражает. Почему так музыка это? Вот если в прошлом мне нравилось, немножко только она не с тем, конечно, была. Потому что она спокойная была. О, плохо. Но вот это меня прям раздражает. Я вообще не знаю, я в принципе не особо почему-то пианино люблю. Гитара это, да, вот пианино. О, опять. А вот пианино почему-то не знаю. Оно как бы не то, чтобы я его не люблю. Но что-то как-то параллельно. И там есть такие как-то вот, не знаю, мелодии, или как они там правильно называются, наверное. Вот, когда, ну, просто немножко... Ох ты ж, ё-моё! Которые всё-таки немного, как бы, тебя так вот... Вот, согласись, есть вот музыка, которая тебе нравится, а есть музыка, которая тебе, ну, вообще не нравится, раздражает его нормально. Вот так вот. Которая раздражать начинает. А это в смысле? Это меня скинуло так? А я... Зачем я это сделал? Ну, ладно. А в смысле? Не надо было! Не надо было нажимать-то, оказывается. Хотя вроде те же самые музыкальные инструменты и так далее. Даже у любимой группы у тебя всегда есть какая-нибудь песня любимая, и есть, которая тебя просто вообще вымораживает. Вот тут принцип тот же самый. Вроде как бы пианино это круто, все. Но прыг-шкок. Так подожди, а куда мне тогда идти-то? Что же как-то перепрыгнуть все это дело надо? А в смысле? Подожди, а я сейчас... А как мне реально перепрыгнуть-то это? Да он не перепрыгнет сейчас? А, вот сейчас знаешь, что я понял? Наверное, это надо было подождать, она должна меня закинуть была. Ай, да... Да ты что не прыгаешь-то, алё? Хе-хе, зараза. Спокойно. Да ё-моё. Так, а это сюда. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Так, так, так. Вот какая-то тут из них вроде нормальная была. Вот это падало! Вот это западло. Немножко-множко. Да нет, тут видишь, что мерда. Тут даже полбеды то, что она... А что, так можно было? А я дальше-то... Но дальше, дальше не пробегу. Потому что там, тут-то я уперся в пол, грубо говоря. И то, что мне надо, я сделал. Оба, оба. Бежим, 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 бежим. Сейчас вот что-то пендаль будет. Да, да не! Ты зачем в щель пролез? Ты не мог, что ли, поесть? Чтобы это потолще быть. Да ты что такое? Он не прыгает, а? Нормально все. А что там не прыгаешь? Ай, вот это плохо. Да ё! Ну как ты знаешь, странно как-то и сегодня все ведет. Ну слушай, подожди, мне знаешь, что интересно? Ага. Ага, молодец, да. Это я просто геймпад проверил, я его забыл включить. А при загрузке мне показал, типа, геймпад активен туда-сюда, думаю, ну, круто. Да он, блин, подожди. Нет, надо по левой стороне этим. Надо знать, что делать, надо по-другому, мы неправильно делаем. Так, вот это упадет стопудово. Вот это стопудово упадет, да. Вот так надо. Так. Где она? Как можно играть? Блин, если тебя раздражает музыка, невозможно.
тут игра такая, как бы на нервы. Хочу музыка. Да ё-моё. Вот это да, что-то не угадал. Надо быстрее уровень закончить, я не могу. Ой, я с ума схожу от этой музыки. Это не музыка, это пипец какой-то. Да не, надо было так делать. Так, да и подожди. Я только думаю, зачем мне вообще нужен был бонусный уровень? Так. Вот сейчас меня ударит. Стоп, стоп. Не падаем. Вот сейчас нормально. Что она сделает? Она ничего не сделает. Так не, а как перепрыгнуть оттуда? Не, серьезно. А может быть что? Да не, голова-то он не долетит. А, не допрыгивает. Слушай, я думал, не допрыгнет. Ну ладно, если так. Так, надо узнать, что надо чекпоинты. Нифига там оружие. Хе-хе, только сейчас заметил. А сейчас тут вообще аккуратненько прям. Потому что я не хочу опять это перепрыгивать, перебегивать. Так. Спокойно. Попробуем, попробуем. Намана. Да, она лишняя была. А чекпоинтом не можно. Да сейчас чуть отвалится. Вот-вот-вот, а я про что и говорю. А вот он чекпоинт. Вот, все, намана. Попрыгали. Давай на одной пробуем. Ох ты, блин. Не, на одной тут не хватит. А сколько ему не хватает на одной? Вот, так-то нормально. Тут главное по центру прям бежать. Он смещение срабатывает. Хоба! Смотри, как красиво, а? Подожди. Блин, а так у тебя не будет музыки. Я не могу ее слушать просто. Я просто не могу, блин. Она меня убивает, эта музыка. Это не музыка, это я не знаю, что это. Это издевать. А, слушай, тут два чекпоинта. А, это просто чекпоинт, типа, я дальше, типа, тяжело, я понял. Я понял, что все будет, как бы это. Ага, вот так. То дальше будет совсем все печально. О, да, дальше будет пипец. Да. А как дальше проходить реально? Слушай, а может реально попробовать этот? Уии! И это был трехочковый! Это ж надо было попасть прям туда. Это что, что будешь собака делать? О, смотри, порубали-то как. Да все, конечно. Прям сходу. Я просто не знаю, надо ли нам вообще вот этот бонусный уровень в принципе ходить. Он вот как на шейкере нас. Блин, а он так не это. Погоди, а как-то по-другому можно это по-умному чинить? Ну просто нереально это прийти. Да там 4 штуки аж мелит тебя. Вот почти. Они вот смотри, прям это. Одновременно 4 штуки с всех сторон. Нет, 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 скинула. Ай, нет. Тут очень, знаешь, что надо, я понял. Тут надо очень много прыгать. Да. А там как пойдет. А много еще интересно. А вот это было вообще эпично. Да ё, нет. Вот это было эпично. Так, секунду. Надо как-то подумать. Да, вот примерно такая рожа у нас и будет. Чекпоинт, там чекпоинт. Так-то далеко еще, конечно. Да ё-моё, она вот плохо что откидывает. Она не откидывала бы так жестко. Может было бы и попроще. Вот, вот, она просто скинула меня. Мне кажется, тут тупо на шару надо идти на удачу. И просто надеяться, что когда-нибудь ты тут что-нибудь, как-нибудь
Стоп, 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 стоп. Спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Прыг! Отлично. Нет! Да ты что ж такое? Так нормально прошел. Так прямо от души просто тут... Не, ну да, там без рук не прошли бы. Это такая бесявая игра становится. С этими бонусными уровнями. Блин. Тут слишком много западла. Блин, не допрыгнул. А, кстати говоря, слушай, а ведь можно туда попробовать подпрыгнуть. Так, неправильно, неправильно, неправильно. Нам знаешь, как нужно попадать? Да, блин, не так. Ты что, голову ударился, реально? Вот так вот нужно попадать. Типа того. Отлично. Так, какая-то вот эта, да, была скотина такая. А, розовая, роза, так. После желтой розовая, ага, перепрыгиваем. Все, я понял. Не, мне знаешь, что кажется? Надо маленько сделать по-другому. Под 45 это самое лучшее. Там потолок. Там был потолок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Тут нужно прыгнуть, знаешь, в какой момент именно... А, кстати, погоди-ка. А чё парить-то? Надо так, чтобы, когда она только-только левая прошла по центру, ты прыгнул именно вот... Прям вот-вот в этот момент, но тут не то маленько. Тут реально очень тяжело, очень. Тут не то, что очень тяжело, тут на самом деле и не сложно. Тут просто как пойдет, тут по теории вероятности. Ну, оно должно как бы, конечно, повести. Да, ёшкин крут, не прыгнул. Когда-то должно повести, но когда вот... Давай, дай, блин. Я, знаешь, что не могу с тем, не с тем понимаю. Он иногда над головой проходит, а иногда получается полная хрень какая-то. И когда вот, как это вот связано, я не понимаю. То есть он когда-то голову разносит, а когда-то вот он, я качусь и качусь и качусь. И плевать я как бы хотел. Вот сюда надо прыгать. На, короче, нам самое главное допрыгнуть до второй фазы. Ну, блин. А, это плохо было. Не фаза, а вот именно в тот момент перепрыгнуть. Он, не этот, не хватает ему. А тут, короче, просто надо брать и просто прыгать, потому что тут не никак. Тут нет никакой логики, ничего тут нету. Тут это головой проходится. Буквально головой. Но единственное, начиная... Вот тут надо тело еще как-то сберечь. Вот так вот. Вот, а вот дальше вот, надо вот этот момент пройти как-то. Да сойдет. Да ё-моё. А как, ёшкин крот? Оно как-то... Я вообще не понимаю логики. Вот почему оно когда-то нормально, а когда-то вот тут так разносит? При этом одна и та же. Я думал, там может, типа, что-то повыше, что-то пониже. Ай, хорошо. Так, через синенький перепрыгиваем, точно помню. И вот через эту падлу перепрыгиваем. Да в смысле ты... Ах ты падла. Она раньше сработала. Ну тут смотри, ну прям вообще фартануло просто. В тот раз. Мы тут, короче, не пройдем. Интересно, а если я вот на уровень забью, так скажем, да? Ну да, тут ожидаемо было. Да. Это было очень ожидаемо. Погоди, а может тут что-то как-то... Слушай, пойдем наверх. Я хочу посмотреть, может тут реально как... Ну может тут реально сверху просто можно пройти, а я, блин, как дурак тут пытаюсь что-то... Так! Вот что называется широкое мышление. Или как оно там? Когда нужно... Ну да. Когда нужно не только смотреть, вот-вот он твой вход. Тут вот же нарисовано прям... Типа, вот. А, нет. Да, пофигу. А, ну да, вот, вот, стрелочка-то, вот она. Ну, типа, туда иди. Не, ну, нет, кстати, уровень прикольный. Ну, музыка просто бесячая. Просто нереальная она бесячая. Я не знаю, кому как, но у меня просто она, этот, убивает просто эта музыка.
Сейчас что-нибудь опять отвалится. Не бывает тут просто так. Хотя, может быть, это специально сделано, что ты там намучился. Ага. А тебя вот тут теперь беги спокойно. Типа, расслабон такой. Оп, это я понял. Ну вот. Ну так вот, ну. Как там что? Собака такая, ты прикинь, да? Что такое? А чё, блин? Меня вмуровало в стену. А, погоди. А, понятно. Не, ну тут уже попроще. Реально в стену вмуровало. А, так, почти. Это, прикинь, сколько мы выделывались. А все оказалось-то гораздо проще. Ну вот, 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 он, типа... А так меня в щель, типа, вмуровывает, да? Ага, а как сделать так, чтобы я в щель ты не попал? Подожди. Повыше. Ну, улетели мы хорошо. Не, бонусные уровни, это просто жесть. Вот, все, хорошо, припрыгали. Отлично. Ну, так-то можно было, конечно, эту сбить, ну ладно. Чекпоинт сначала. Тут просто дать, типа, что увидим. А, нет, подожди, тут можно собрать. Вот. Так, это мы соберем, допустим. Да что? Где тут не мой? У меня тут опять, по-моему, телефон где-то. Уже второй звонит. А, он где-то там. Так, а, сюда. Толкаем. Толкаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Спокойно. Так, сюда. А, тоже вали отсюда. Вы меня спикивали, спикивали, я тоже хочу вас поспикивать. Ой, тихо-тихо. Вот сюда-сюда-сюда. Спокойно. Да все, это финиш. Не-не, я прошел, все, есть. 18 минут! 18 минут! Миллиарды убитых нервных клеток! Ну мы прошли. Вот такая музыка должна быть, такая. А не вот это вот все, блин. Блин. Там еще какую-нибудь включили бы, я не знаю, колыбельную детскую, вообще было просто. Ладно, давай на этом пока мы закончим. Все ссылки в описании под видео. Серия понравилась. Большой палец вверх, оставляй комментарий и подписывайся на канал, если еще не подписан. Всем удачи, всем пока!